Возьми стул, подвинь сюда, вот напротив меня. Садись. Расскажи о себе, кто ты, что ты, откуда ты появился. Меня зовут Носов Александр Александрович. Родился я в Симферополе, в Симферопольском районе, поселок Гвардейское. Занимаюсь музыкой 7 лет. Вот. Хочу также выступать и играть роли в театральном училище или в каком-то заведении. Вот. На данный момент у меня есть много песен, как бы, но я не могу их записать, потому что у меня проблемы с деньгами, как бы тяжело очень. На данный момент у меня есть только 3 записи, которых я уже записал. Даже есть одна песня, которую мы записали вчера с группой «Седьмой день». Песня называется «Последний шаг». Вот, это мы посвятили эту песню про жизнь, всю ситуацию, вот, все проблемы. Вот. На данный момент как бы я собираюсь, хочу найти себе продюсера, чтобы мне помогало выпускать диски, а также ну, и другие виды там деятельности. Ты хочешь в театр? Или ты хочешь записываться? Или ты хочешь и то, и другое? Как ты это видишь? Какие у тебя планы? У меня планы стать музыкантом, вот, исполнять, выступать. И, ну, иногда даже можно быстро играть в роли. Также пишу сценарий, могу тоже писать сценарий, выступать. Вот. У тебя написано сценарий, сколько у тебя сценариев? У меня 2 сценария, я играл в роли много. Ну, я пишу о жизни, я пишу о любви, я пишу про школу, я написал. Вот сделай какую-то ремарку того, что ты уже написал. Ну, на данный момент я его еще не выучил, я только написал. И я не могу его написать. А то, что ты можешь? Ну, есть песня, которую я записал. Одна короткая, это про девушку, как бы. Ну, была бывшая девушка, я посвятил ей песню. Потом сейчас ее помню. Милая, или может просто зная, что с нами случилось, да я сам не знаю. Неужели мы все навсегда перестали? Быть может мы с тобой от любви устали, и далеко и ты от меня все дальше. Ты не понимаешь меня, а понимание важно. Да я согласен, это не спорю с тобой. Она и ста скажет, что не закончится любовь. И что-то там о себе мы оставили, частица мысли. Ведь разве об этом мечтали? И там твои губы, и как к ним прикоснуться. Как забыть мне то время, когда взгляд заставлял улыбнуться. И пахнет то, что тобой, излечи меня от боли. Это последний шанс, чтобы я был с тобой. И ты многого не узнаешь, и не увидишь то небо, а я увижу, и любить буду верно. Вот эту песню я написал в 2013 году, когда был в училище, учился на строительной специальной профессии в Черноморском районе. Вот. И меня вообще вдохновило. Я раньше занимался стихами, вот. Мне после стихов мне предложили как бы побольше читать книги. Я читал много книг, разных произведений, из кинофильмов и из сказок. Вот я оттуда брал частичку вдохновения в свое творчество. Вот. Также выступал и в лагерях, когда отдыхал. Вот. Записал там одну песенку для лагеря. На данный момент ее нету, вот, потому что потерял, забыл песню сам. А сейчас ты чем занимаешься? Кто ты, где ты сейчас? Сейчас на данный момент я нахожусь в Крымской самообороне, вот, служу в Российской Федерации. Вот, иногда на выходных и на свободные времена, в свободное время я хожу со своим другом на студию, с которой мы договорились с человеком, мы постоянно туда ходим, записываемся. Вот мы там совместку мы делаем, примерно он написал примерно куплеты 2, там я написал, мы вместе как бы все это. И у него как бы в группе есть девочка, ну то есть группа «Седьмой день», у него в группе есть девочка. Вот мы втроем пока мы сейчас вот на данный момент записываемся, но я отдельно как бы вот, у меня свое поэзму, творчество, у них свое, у них просто группа, а я как бы один. Вот так получается.
Ну, что бы ты хотел? Ты хотел бы найти продюсера где-то в России, в центре России и выступать где-то? Да, я хотел бы найти себе продюсера. Вот. Обратись к продюсеру, вот есть запись. Уважаемый продюсер, я обращаюсь к вам. Уважаемый продюсер, я обращаюсь к вам. Хочу, чтобы вы помогли мне стать настоящим исполнителем народных музык, народных творчеств, выступать в концертах. Также хочу, чтобы мне помогли в записях и в выпускании диска.